Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 96, Михаил. И я продолжаю свое прохождение игры Dead Island. Хотя не понимаю, почему здесь оказался на этом месте. Чисти брата Клана. Так-то, по-моему, закончил в прошлый раз. Вообще, далековато отсюда. Ничего за вред, я не понимаю. Принципиально задание одно осталось. Так, и что, все выполнил остальные шаги? Так, главная линия, где дополнительная? Так. Так-то не знаю. Все, квест выполнено. В общем-то, да, все это выполнили, что... Остался сам один из дополнительных квестов, только так что-то мазит еще при этом, не пойму, в чем дело. Там же нормально работать. Кровные узы, только одно задание дополнительное. Надо поищите брата Клана. Почему я здесь оказался, не понимаю. Странно вообще. Не пойму, в чем дело. Правится то еще бы. Почему-то здесь. Ну да, спасибо. Да чё ты кидаешь оружие, вот идиот, а? Да блин, а вы издеваетесь, что ли? Да, ходу зажали. Мне кранты! Да офигеть, просто... Да, забили, до смерти. Ты ёбарь, слушай. Какого хрена здесь оказался, не знаю, чё? Ой, игра настолько... Тут понятно сохранение, которое вообще не помню, где... Ну да, спасибо. Да, с какого хрена вы это... Да блин, а, заплакайте, вот куда оружие дел свое? То, которое я хотел. Да вы шутите, ёпрсто. Да чёрт возьми, офигеть просто. Да, отвали от меня. Откуда появились? А? Падай, что ли, а? Что, не понимаю. Сволочи. Ой, да вы шутите. Странно, почему я здесь... Так, а что за... А за... Крики непонятно. Говори так. Вот давай попади в центр, что ли. Почему здесь оказался, не понимаю. Я закончу, по-моему... Церкви не закончили так-то. Но почему вдруг здесь оказались? Понимаю смысл сохранения идиотки в этой игре. Что с ними случилось? Ой, да, что-то ерунда какая-то. Сохранимся в одном месте, как бы. Тебя прислал Квант? Почему вдруг я вообще непонятно где оказался? Полный вред, мне кажется. Пожалуйста, Квант все еще жив. О боже, я был уверен, что он мертв. Ты отведешь меня к нему? Пошли, пошли. Что ж теперь? Только не так, беги быстро. Будем из револьвера стрелять. Ох, ты как она, да? Родить чок его брату Квана. Не знаю. По-моему, у меня было больше каких-то дополнительных. Что-то мне вдруг один оказался. Не понимаю, в чем дело. Странное, конечно, перемещение. Сохранение поэтому. Сохраняйся в одном месте. Так как вот это все нормально было, что-то сейчас классно в том месте. Не знаю, что делать. Да, мы должны больше держаться вместе. Кто-нибудь! Оттащите от меня эту тварь!
Я же... Провожать тебя долго придется, да? Блин, я оружие-то... Это оружие, что ли, забыл? Так, у меня ярость есть, может, мне ярость использовать? Блин, это оружие забыл. Погоди ты, не иди туда. Погоди. Да откуда ты взялся? Выключайся, ярость. Блин, да оружие забыл, сейчас вообще там... Ну ладно. Снова соберу. Мачете жалко, конечно. Выкину. Сейчас что-то даже неохота мне. Так, ой, извини. Так, учайся ярость. Во. Все, ложили. Мы должны держаться вместе. Да, мы держимся вместе так-то. Лучше там подождите, этими кассетами. Подождите, пожалуйста. Интересно, подождите, пожалуйста, но при этом он сам оторвался куда-то далековато, слишком уж. 15-е. Мне это ярость интересно, есть еще? Надо идти дальше. Надеюсь, есть. По-моему, я еще надо крест идти взял. Дальше. Видишь их? Ну да, вижу. Да блин. Ёпс. Ой-ой-ой. Офигеть просто. Ну что так, ладно. Так, ну что, идем что ли? Путь недалеко так остался. Далеко идти-то. А, с маслом еще один перед. Так, включайте ее. О, красавчик. О. Он был просто бык. Где-то. Надо идти хотя, дальше. Может, хотя фиг еще поймет, насколько мне тебя бежит и придется. Меня кто-нибудь слышит? Что-то я вообще не понимаю. Еще как не хватает все-таки этого. Надо пройти. Не знаю, здесь можно было пройти спокойно. Чем надо здесь проходить? Вот идиот такой. Ну давай, что ли. Кто первый-то? Блин, быстрее, что ли, а? Черепахи, ё просто. Ну да. Ой-ой-ой. Ты болевотный прям. Да, падай ты, что ли. Во, ломик хороший, хороший. Конечно. Чёрт подери. Дождик пошел, ну просто отлично. С другой стороны, наверное, стороны, кто там бьется, не знаю. Вот. Ну да, еще двое остались. Давай, иди сюда. Давай, иди, скотина. Ну да, еще один приперся.
Черт, кислотный ведь, я кислоты облился. Что? За километр чули. Ёпрсно. Это еще двое тарущий уже засранец. Давай, скотина. Да что ж ты такой? Ой-ой-ой, а. Никак успокоиться, засранец. Руку бы это. Чтобы она шевелилась, нифига не получается. Все, что ли? Так, ты там стоишь, что ли, да? Что мне с ним делать? Надо остановить здоровье еще раз, что херово будет и все. Так, одна рука, мне кажется. Это... Ну да, вторая еще шевелится. Ох, ёпрсто. Чё не башкой это. Таранит. Этой штуке скоро конец. Конец? Ну да. Видимо, да. Да ты куда пробежал-то? Я становлюсь в этом деле мастером. Фу, это было слишком уж. А, мне новый уровень-то. Жизнь заново установили. Ой, ладно, побежали дальше. Мы должны держаться вместе. Нифига себе, дождище лет-то. Пошли. Идем, беги, надо беги быстрее. Надо идти дальше. Так, можно убирать оружие. Слава богу! Я думал, ты умер. Братишка, я так беспокоился. Спасибо! Спасибо за то, что спасли его! Не за что, конечно. Задание завершено, и слава богу. Прокачка у нас на уровне есть. Прокачаем до конца вот это. Первый вот это будем. Вероятность превратить входящий урон в прирост выносливости. Отлично. То, что надо. Давай награду. Так, коктейль можешь делать? Конечно, продать не интересно, можно. Так, что продать? Чем мне точно не надо? Ой, серп у меня есть, который, не знаю, кастель, который уже дороже нужен. Топор. Фомка хорошая, конечно. Она уже выдохлась. Пистолет. Револьвер. Молотого коктейля, интересно, можно было бы создать, наверное. О, мачете. Мачете. О, вражеский серп, охренеть. 12 уровень нужен, у нас 20-го-то, наверное, нету. Средних аптечек побольше. И больших аптечек. Вот так вот. То, что надо будет. Поможем этим беднягам обрести покой. Так, всех квест выполнили, что ли? А время-то летит. Кажется, так-то по всем почти помогли. Так, прокачаем до конца. Ты тоже. Так, модернизировать. Надо бы пистолет тоже. Тихо, тихо, чуть меня. Да что такое? Так, что бы мачете? Сколько смогу? Универсальный топор. Что можно создать? Так, молотый коктейль. Ляндер. Мне там ляндер нужен. Алкоголь ветошь. Если это не надо. Сколько там алкоголя-то можно создать? Молотого точнее. Уже нельзя, да? Топор секач. Чё за такое? О, мачете лучше. Модернизируем. Потерял эту мачете. Так, чё-то не могу взять там молотов дальше. Места нет, что ли? Безвольная бита.
Прокачанная мачете, прокачанная. Экипировать нельзя. 20 уровень требуется, да, вы шутите, зачем туда еще? Все это тратил. 20-го осталось чуть-чуть. Пока нельзя что-то экипировать. Там пистолет лучше. Патрон от него больше. Револьвер выбраса. Сюда бы... А, ктеймолт вот у меня теперь уже здесь. Ну и ладно. Надеюсь, вы обо мне не забыли. Ай, так. Какие следующие задания? Кстати, Сулен. Так, это нужно сделать ее. И вот это теперь. Три стал задания. Это выполнить, не знаю, буду ли вообще. Но если найдем, так вот. Будем искать, конечно. Те места, где будем находиться. Где-то еще можно достать задания, как я помню, дополнительные. Там-то сначала сделаем дом быстренько. Так, что где? Метров. Ну да, здрасте. Прощайте. Дорогие друзья. А вот и здесь, да. Сурин. Так, ёпрст, у меня со всех сторон. Уберите от меня эту тварь! Да. Если не настырните за баки-то. Ёп, сука, вас. Да сколько вас вы... Они ножиками еще режутся, скотина. Что, скотина? Да отвяжитесь. Да ёп просто. Черт возьми, что с вами сделать-то? Сколько вас здесь набежал-то? Охренеть просто. Так, еще один остался. Бивашки лишился. Ох, напряжена битва-то с монстрами. Так, инсулин где-то здесь, да, искать? Точно. Заметим. Ой-ой-ой. Сука, не слежал, ты весь мух у меня... Мухи тебе уже взвелись. Ну ладно, сойдет. Закусим тогда, что ли? О, отлично. Азар его исполнить, думаю. Все, уходим. Обратно возвращаемся туда, чтобы отдать его. Ну, вот так. Ёжик закончится даже. Отлично просто. Так, дом сейчас сначала вернулся. Может, быстрее дом вернуться будет. Ёпрста. Через карту все-таки, чтобы не тратить время. Моя экономия вообще такой не нужна. Склад церковь пока что. Хотя еще даже третье место, где можно будет взять квесты дополнительные, как я помню. Так будем передвигаться дома. Держись, Лиза. Эти люди нам помогут. Так, ну я же... Или не здесь надо было. Я где Аникс? О. 200 с чем-то метров. А куда я начну идти-то? Не здесь, что ли? Там, что ли? Я уже не помню, куда нам было
попозже, чтобы отдать этот квест. 52 метра. А время-то летит. Или это еще не все, мне так кажется. Здесь, видимо, еще надо взять. Ну, отлично, просто. Сколько у вас здесь, офигеть. Надеюсь, сзади никого не будет больше. Да, да, откуда ты взялся-то? С кепки. Без скрипали с кренов. Блин, еще, наверное, бежал. Да что же вы все это фигать, вот не знаю. Целая куча. Откуда беретесь? Да ёб что ты. Сколько у вас. Ой, ну даете. О, черт иди. Так-то нет никого. Надеюсь. Так, ну туда попал, не туда я. Привет. Ладно, пока более-менее оружие, конечно. Режет как надо, врагов. Ну, привет. Отлично. Так, где мы еще взять это? Что ли? Ну где? А, вот он. Еще все или нет? А может нам надо много? А, сейчас, наверное, уже все, можно возвращаться. Наконец-то. Наконец-то можно возвращаться. Ох, да. Ёпарсты. Сука ты мне сборита. Так, теперь можно возвращаться, думаю, в церковь. Там вроде как раз крест взяли, по-моему. Да. Вас послало нам само небо. Бог услышал наши молитвы. Он забрал к себе ее мужа, и от него остался только ребенок, которого она носит. Да хранит и защитит вас Господь. Ну и слава богу. Так, ну ладно. Что еще у нас есть? Какие квесты? Радио Гаган. Гаган. Вот это, конечно, можно взять. Такой сложный. Так, а ближе лучше к складу перенесемся. Это кажется. Хотя, может быть, надо было с этого места начинать. А время-то летит. 280 метров у нас. Ага. Ох, ладно, этим надо все-таки было с того места начинать. Дышаться. Фу, дурно отпать держать, наверное. Это кажется. Еще что я здесь только сидит. Просто уйма. Ой-ой-ой-ой-ой. За нами уже бегут. За нами уже бегут. Ёп, ух, сука, ладно. Черт возьми, так. Да офигеть, просто затоптают. Затопчивают, затопчивают. Сволочи. Ох, ё, просто. Сил просто уже нету. Да что ты? Такой неугомонный, все. О, какой-то магазин, как я помню, должен быть. Давай прыгай. Вот, отлично. Привет. Так, что у нас здесь есть у него-то купить? Во, гранаты точно понадобятся. Не свободные чеки. Да что ж такое? Что продам всякое ненужное.
барахло. Палец, нет, не нужна мне качество. Топор поставить бы надо. Вообще, думаю, должно хватить, мне так кажется. Ой, так, ну что ж, продолжаем проходить игру до Тайланд. Это месяц закончил я. Так, ну что ж. Вполне пока без голоса не буду. Конечно, подбиваться сейчас кучу врагов без. Ой-ой-ой. Что с вами делал-то? Жаль, что здесь еще при этом есть. Попасть себе. Вот так вот. А, шишка тебе. А, отлично. Красава. Просто великолепно. Так, берем обратно все оружие. Ой, да, ходить пора отсюда. Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Оп, здрасте. Он кислотный засранец. Да. Так, давай используй аптечку. Тихо, тихо. Восстановить энергию, ёпусто. Ой. Ох, Тим, кто это? Вот тебя еще не хватало. Что у вас дерево? С нами сражаться бесконечно. Вот, отлично. Сколько у меня аптечек интересно осталось, да? Посмотреть бы надо. Аптечек средняя одна, 4 средних, 2 больших, 10 средняя одна. Не так уж и много. Остается. Do not come here for help. We have nothing to give. There is no help. Ну да. Так что-то. Чем-то снова тупить, не понимаю, почему вдруг. Anyone can hear this. We've taken over the police station. Ой-ой-ой. Мимо вас пробежать лучше. А где-то здесь, по-моему, сидит этот. А вот он. Это место. Йоп. О, все. Фу. Здесь можно расслабиться хотя бы. Ну, полицейский сейчас так полицейским еще попадем, как я помню. Там, правда, будем с бандитами сражаться. Но это, конечно, не так скоро пока что. Так, персональный ID возьмем. Жесть, что за крик всякие, уж полная жопа. Я бы жизнь свою отдал за любого из этих говнюков. Так, это, видимо, у нас, кто у нас там, посмотрим по квесту, то искать кого надо. Сергей, ага, сторона Николая, спутниковый телефон, возьмите все. Посмотрим. Хотя вряд ли мы возьмем его, как-то мы получим его не так скоро, как я помню. Если хочешь, чтоб тебя обслужили, то и думать забудь. Мы, друзья, собрали манатки и уехали. И бросили меня тут помирать. Они где-то спрятались. Я как-то слышал, как они об этом говорили. Вроде где-то в джунглях. А меня кинули тут, совсем одного. Вот так, да? Нет никакого телефона здесь. Так, Кристенса. Так, там уже, наверное, считается как выполненный, точно. Так, вот радио КК теперь можно будет выполнить, думаю. Там мы встретим еще одно место, где можно будет взять кое-какие дополнительные квесты, думаю. Что же порезать, думаю, да? Нет. Да. Ёпрс, сколько вас там? Придется пробегать. Ой, зараза. Я не знаю, там шнику с ним совсем сталкивался, убитывал. Столько времени занимает, что. Хоть опыт получаем, но от этого пользы никакой, можно еще погибнуть. Со всеми, если сражаться. Ой, ёпрс, это. Вот только тебя не хватало. А мне вообще не сюда, и... Мне вообще не сюда. Не совсем не сюда. Вот сюда вообще-то. Ох, ее просто. Фу. До сих
появился этих сумасшедших, этих больших игроменов, этих бугаев. Даже очень страшно. Его подавались. А, скотина. Брыкается. Ой-ой-ой. Что же сами делать? А то обойти, не знаю, можно? Интересно. Ой-ой-ой. Бежим нафиг. Ой-ой-ой. Уйди от меня, этого сраного ублюдка! Ой-ой-ой, черт возьми, куда мы попали? Жестяком полным. Не надо бежать. Поэтому побыстрее бежать. Это что такое? Давайте. Да, остановить силы, ёпста. Вот так вот. О, всю силу стратил просто. Скотина, откуда вы берётесь-то? Это что ещё за... было такое? Не понял. Электричества, надеюсь, не было. Поблизости! Ох ты! Что же это все так прёте там? Ой, все кого-то здесь прёт. А-а-а! Карантинная зона. Смотри-ка. Так, а что там было такое? Я не помню, конечно, здесь. Ой, ладно, посмотрим-ка. Промазал два раза уже. Ну ладно. Какой-то зомбарь, что ли? Ну, привет. Все. Ой, надо найти... Так, а что такое у него здесь есть? Что такое помечено-то? Во. Становим здоровье хотя бы до максимума. А как бы потом используем в качестве молотого? Так, электронная деталь? Погоди, а для чего это интересно? Чего это мы взяли все? Ага, вот, возвращайтесь к Карлу с запчастями. Вот где мы будем искать вообще запчасти. Для будущих квестов, который просто направлялся. Так, запись какая-то. Мне так жаль, Карл. Мне очень... Очень жаль. Я знаю, что... Я мало времени уделял тебе с Джеки. Я знаю, что... Был не самым хорошим мужем и отцом. Я знаю, ты говорила мне, что я все время в разъездах, всегда в работе. Но... Я пишу это для тебя. Я надеюсь, что кто-то найдет эту запись. Потому что у меня осталось очень мало времени. Я прячусь в маленьком магазине. Они не знают, что я здесь. Но я слышу их. Они ищут меня. Джейкоб. Мне очень жаль, что я больше не увижу тебя. Не увижу, как ты играешь в бейсбол. Не помогу тебе сделать уроки. Да. Херово. Да. Бедному этому, как его зовут, Джейку досталось кому-то. Ну ладно. Баной. О, здрасте. Еще разделись, сколько у вас здесь. Так, ну вот это... Ходите, ёпрст. Ой-ой-ой. Вот повезло, а. Акупа-акупа, наконец, в зомбарии. Так, ладно, в общем,
88 метров, нифига себе будет сбежать. У нас тут 12 не хватит. Города. Что ты имеешь залить что? Да офигеть, потому что 80. Давай лезь. Нам надо. О, там еще стрельчатый что ли? Да вы шутите. Мне вообще кажется, не сюда надо было. У нас там вон то пузырчатый ходит. Может, к другому залезть? Пойти к-то можно. Что поверху, не знаю. Вон, тайна матрика. С этими антеннами что-то мы будем делать, что ли? Не забыл, что. Так, спускаться обратно теперь. Ох, да, херо. Ну ладно, хотя бы так поднимемся. Для начала. Пойдем еще куда бежать. Так, тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, и не сюда. И не сюда. И не сюда. Я вообще не понимаю, куда бежать. Ой-ой-ой. Фу. Так, куда бегу вообще, блин? 70 метров. Что-то не понимаю. Вот обратно бежим к этому складу, что ли? Видимо, да. А, да-да-да, точно. Фу. О, да. Было, конечно, напряжено. А, вот и мода. Отлично! Вот, то, что надо. Надеюсь, это поможет нам всем спастись. Задание завершено. Отлично. Топор какой-то дали. Прокачку, видимо, нифига не дали. Да, чуть долговато качать. Да, все, квестов больше пока нету. Не знаю, можем пройти на основное задание тогда, что ли. Дополнительно потом еще полнее. Так, надо все восстановить. Вот так. Так. Недостаточно денег. Отлично просто. 700 надо. Так, ничего этим нельзя пока. Значит, придется пока попользоваться другим. Так, один из... Что-то еще есть? Может быть. А, фиг маслом. Вообще нельзя. Зараза. Все квесты тогда пока что выполнили, видимо. Не знаю, стану направляться. Где нас она находится? Материалины, да... Ох, говорить снова. Квест достать-то. Так, здесь. Ой, еще где-нибудь найти пас этот. Еще одно место, где вот квест дополнительно можно взять. Я не помню, где его искать-то. Может, найдем сейчас. Вам нужны припасы. Так, вот. Вряд ли вы что. Вчера у нас. Берем. Конечно! Квест. Вы можете. Или по край. Ладно, все слушать уже не будем. В третий раз его слушать буду, что ли. Все это. Так, и нам надо 300... Так, а с того склада интересно попасть к тому можно. Ближе к тому месту. 300, ну да, не получится. Ну ладно. Бежим мы как-нибудь.
что место еще найдем. Это, ну, конечно, по небе еще где-то, не помню даже. Еще пристанище этих беженцев, то где мы место полное дополнительно брать заодно. Фу. Лучше обходим. Так, отлично, еще зомбари. Ну да, привет. Ой-ой-ой, за левочкой. Сколько вас здесь офигеть, честно. Да, погоди, нас где-то. И не здесь. Черт, силы все истощились просто. 100 метров. Погоди, а кто-то, наверное, вот этот может быть. Да, кажется, это дом. Да. Так, еще какой-то факт нашли. 19-й. В самом большом городе Папуа Новой Гвинеи, порт Морсби, безработица достигает 60%. Спасибо за... Ой-ой-ой-ой. Запарила... Локами лошадь нельзя. Какого черта? Тупит еще при этом. Вот так вот. Набьем кулаками. Мы работаем. Зомбаря. Так, а здесь этот дом и нет? Нет, кажется, нет. Так, не так, кажется, нет. Вряд ли. Да, по-моему... Ой-ой. Беги, еще раз взрывчатый. По-моему, должен был быть этот, как его, бугай большой. Так, а здесь, по-моему, еще будем тоже. Точно помню. Но не скоро, конечно. О, перепрыгнул ман. А-ля паркур. Минус эдж, прям, говоря. Получается. Ёпрст, он сумасшедший какой-то. Ох, всё что ли? Хотя бы догорят, наверное. Не знаю, где искать этот дом. Где мы квесты можем взять? Да только у меня не стреляйте. Ой, где-то еще зомбари носится. Так, у меня уже... Ох! Ой-ой-ой-ой! За... Сейчас за... Ой-о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 й! Жесть! Полная! Черт! Ой... Да что ж ты дели? Ну так, хотя бы. Где-то дом все-таки. Я бы сейчас насел быстренько. Хотя квест надо выполнить, где тоже надо было бы. Где-то он должен быть, если я не помню где. Поищу-ка. А вот он, наверное. Нет, нет. Вот он, кажется, мне так кажется. Вот он. Это дом. Мне то, так, мне так кажется просто. Ну да. Уложили.
На. На. Здесь те так и весы должны быть, как я помню. Вот. Ну вот они, да. Как мне туда за каком-то попасть? С той стороны, наверное. Да, соорудили баррикаду. Чё отпустили? Я перебраться сюда не могу. О. Меня зовут Ник. Моего друга Боба укусили. Мы сделали все, что было в наших силах. Но он начал перекидываться, и нам пришлось бросить его. Будучи еще человеком, он в последнюю минуту заблокировал за нами дверь. Нам нужно вернуться обратно внутрь. Мы не сможем оставаться здесь. Это верная смерть. Так, новая метла чисто метет. Уничтожь зараженного друга Ника. Ладно. Сделаем это, брат! Я не смогу убить беднягу. Боб мне как брат. Так что если кому и придется это сделать, то тебе. Попробуй забраться внутрь через крышу и разблокировать дверь. Ладно. Что же с нами будет? Попробуем. Вот так вот, квест еще тоже парч. Сколько там можно взять, не знаю. 4-5, наверное, квестов, 6. Так, не знаю, посмотрим, что будет сохранение, можно это закончить пока что. Начать жить с этого места. Выполнять квесты. Продолжаем, в общем, выполнять дополнительные квесты. Пока что. Инстанционным перебираться не буду, хочу добить все дополнительные. Не так уж много осталось, так-то, мне кажется. Через крышу, точно. Вдруг тут есть что полезное. Едва. А, вот он большой. Большой Боб. Да, большой урон носит ему. А, нифига. Бушка, стреляем. Пофиг. Да. Давай. Тут, ага, шиш с маслом, даже это. Ты чё упал? О, отлично, упал. Громил первый упал, что-то это первый вижу, мне так кажется. Нет, ну оружие, конечно, неплохо действует пока что. Ключ возьмем, понадобится. А уже маловато остается. Ну вот, все, разобрались. Более-менее. В армии нас учили убивать. Но никто не рассказывал нам, что делать, когда враг твой лучший друг. Новая метла, однако задание завершено. Отлично, спасибо. Так, может, еще какие-то есть, наверное, есть? Кое-что меня беспокоит. Здесь когда-то была военная база. Я там как раз служил. Но после начала всего этого безумия, я нигде не видел ни одного человека в униформе. Начинаю задумываться. Не имеют ли военные к этому... Еще раз. Начинаю задумываться. Не имеют ли военные ко всему этому прямого отношения? Не в первый раз происходит утечка биологического оружия. Еще раз такой. Про тебя. Нет, еще раз. Интересно, что. А такой тяп-ляп ляпа перевода нашего шпионские игры. Запишите трансляцию для. Ладно. Ладно. Беремся. Правильно! С какой радостью отказываться? Возьми этот магнитофон
и записывай все, что слышишь. Там в Баное есть две передающих станции. Одна на тюремном острове, так что про нее можно забыть. Вторая находится где-то в джунглях. Дело, конечно, рискованное, но попробовать стоит. Сообщи мне, как что-нибудь выяснишь. Что как раз я GPS взял ради того, что, в общем, ее потом выполним как раз в джунглях, когда мы попадем тут, в ту локацию. Так, здесь у нас еще какие-то квесты должны быть, как я помню. Взять бы все, что ли. Будем их выполнять. Только не особо задерживайся, ладно? Мне нужен курьер. Мне нужно, чтобы вы сбегали в ближайшую аптеку и принесли мне вот это. Вот тут на бумажке написано. Убедитесь в том, что возьмете именно это. Оно лежит в аптечном холодильнике. Ясно? Ясно. Так, ну ладно, возьмем. А, окей. Отлично, вперед! Квест взяли еще один. Потом разберемся. В следующей серии. Здесь еще какие еще квесты есть? Больше никаких, видимо. Так-то больше нету, наверное. Точно. Хотя, может, потом постепенно возьмем их. Есть новости? Так, ну ладно, в общем, эту миссию, думаю, пока завершим прохождение. Есть чего интересного? Да, Таиланд. Это все. С вами был DarkSpace76. В следующей серии мы, думаю, продолжать будем выполнять дополнительные квесты. Ну, по сути, так, шнок остался. Да выполним оставшиеся, которые здесь есть, и которые, конечно, сможем именно на эту локацию выполнить. И продолжим уже выполнять основные квесты. Их много больше, чем... Их намного меньше, чем... На меньше, чем дополнительные. Они, конечно, интереснее, но при этом... Так что, сделать такое прохождение решил. Я решил уже выполнить все квесты, дополнительные основные батареи. С вами был DarkSpace76, Михаил. Увидимся в следующей серии моего прохождения игры Dead Island. До скорых встреч. Пока.